Деконцентрация – это одинаково видеть все. Да, то не есть просто не убрать внимание. Да. Мир гораздо больше, чем мы о нем думали, и гораздо интереснее. Это тоже очень хорошо. Всем привет! В эфире радио НЛП. Я его продюсер, ведущий и иногда участник Александр Герасимов. У нас сегодня в гостях Наталья Луковникова. Наталья, привет! Привет! Ты наш проводник в мир психонетики. Спасибо тебе огромное за это. Расскажи о себе вкратце. Я инструктор психоаналитической сети и организатор одной из ее площадок в Санкт-Петербурге. И еще я занимаюсь языками, пишу стихи и пытаюсь осмыслять тему психоаналитики, в том числе через работу с языком, скажем так. Круто. И психоаналитика – это очень вообще классно, полезно. И напомню те, кто, ну, скорее слушал наши подкасты, чем нет, что психоаналитика – это про работу со смыслами, с переживаниями, с психикой, о том, что такое человек. Я так это понимаю. И психоаналитика – один из, скажем, как называют, там, ключевой техникой, что ли, которую я, наверное, свое познание психоаналитики начал именно с этой техники. Это техника деконцентрации. Я не до конца понимал тогда еще волевую медитацию, то есть, точнее, ее важность при делании техник. Наверное, чисто интуитивно, за счет какой-то своей внутренней воли и так делал все практики. И вот для меня техника деконцентрации, она реально распахнула просто какое-то бесконечное пространство всего. Причем это я, одно из самых сильных таких переживаний для меня было, я сразу им поделюсь, что по сути психотерапия — это не что иное, как перевод фигуры в фон. То есть мы берем любую фигуру любой модальности, визуальной, кинестетической, там, например, смысловой, и переводим ее в фон, и проблема исчезает. И вообще просто вся психотерапия для меня стала, ну, какой-то настолько понятной. Может быть, я ее упростил очень сильно, это, конечно, для себя. Но действительно, человек приходит с какой-то фигурой, ну, там, не знаю, боится собаку. Так ты преврати собаку в фон. Ты перестанешь сам реагировать, собака на тебя тоже перестанет реагировать, например. Или, допустим, там звонок, там музыка, которая вызывает какое-то неприятное переживание, звонок телефона. Возьми это аудио, переведи в фон, все. И вот для меня, я просто сам вот сейчас люблю практиковать, например, там идешь по улице, раз, все, фон убрал, и классно. Или там, например, есть какие-то переживания, раз, фон убрал, и все хорошо. Короче, сама суть, что деконцентрация — это просто чудодейственнейшая техника, и я вам всем рекомендую ее, ну, хотя бы начать понимать и применять. Вот. Что такое деконцентрация? Скажи, пожалуйста. Ну, действительно, деконцентрация – это фактически вторая базовая техника в психоаналитике, кроме волевой медитации, которую ты уже упоминал, и гораздо понятнее, чем смысла, который мы обсуждали в прошлый раз. И ей посвящен, наверное, первый триместр, собственно говоря, классического психоаналитического курса. Что такое деконцентрация? Но я немножко начну с объяснения. То есть обычно наше внимание, оно работает предметным образом. То есть мы привыкли выделять предметы, объекты или, как ты говоришь, фигуры. И даже если мы берем тот же аспект психотерапии, мы все равно фиксируемся на чем-то. Да, на нашем неприятном переживании, на какой-то проблеме, на там, не знаю, неприятном событии, нас кто-то там обидел, задел, там, я не знаю, сделал что-то нехорошее. То есть мы фиксируемся, и эта вещь становится таким предметом. А ведь вокруг этого предмета есть очень-очень много всего. Да, и получается странная ситуация. Мы берем объем доступного нам внимания, и вместо того, чтобы работать с много чем и всем-всем-всем, мы прямо зафиксировались на этом предмете. То есть на самом деле здесь хорошо подходит метафора из сказки «Принцесса на горошине». Да, у нее там целая кровать, 33 перины, спи не хочу, а там, значит, одна горошина. Фигура из фона. Да, вот она вам мешает.
и прям вы больше не можете, да, вот вы вот как бы только думаете про эту горошину. Собственно говоря, деконцентрация, ну, начнем все-таки с какой-то классики, то есть когда мы работаем с восприятиями, деконцентрация – это некоторая техника, которая переводит режим работы нашего внимания из предметного в фоновый. Угу. Собственно говоря, это и есть ее определение. А дальше там вопрос, конечно, как это сделать. Ну, давайте действительно остановимся на том, что есть у нас как минимум, естественно, это не все, там три базовых модальности, которые у разных людей по-разному дифференцированы, но плюс-минус в нашей культуре там более или менее у всех хорошо. Визуальное, соматическое ощущение тела и аудиальное, да, работа со звуками. Соответственно, вы в каждой из них, в принципе, фиксируетесь на каких-то предметах. То есть мы там нормально видим, не знаю, пожалуйста, книжку, чашку, да, мы слышим, что там конкретный звук какой-то там проезжающей машины, мы выделяем конкретные ощущения, например, там, что у нас болит там колено, или там мы чувствуем, что вот можем почувствовать, как мы ту же чашку взяли в руку, да, и вот есть ощущение этой чашки. Вот. Но в этот момент, когда наше внимание как бы словно мечется в пределах каждой модальности от предмета к предмету, постоянно переключаясь, в этой же модальности случается масса всего остального. То есть пока у вас там болит колено, вас может укусить комар, а вы там даже не заметите. И, собственно говоря, деконцентрация – это попытка с помощью разных технических приемов действительно сместить работу внимания в фоновый режим и начать замечать, например, все, что происходит в визуальном, или все, что происходит в теле. И, в принципе, некоторый идеал, да, исполнения любой из деконцентраций – это равномерное распределение вашего внимания по всем событиям, которые происходят в вашем актуальном восприятии, вне зависимости от их интенсивности. То есть неважно, что, например, какие-то ощущения тела проявлены более слабо, чем другие. Вы уделите им ровно столько же внимания, сколько и всем остальным. То есть это попытка схватить своим вниманием всю ситуацию, например, внутри какой-то модальности. И это не связано с, ну, наоборот, это мы снижаем значимость самостоятельно, как бы, как хотим, да, то есть, как сами представляем. Ну, допустим, там лежат там 5 предметов на столе, и задача один какой-то значимый в нашей жизни, там, телефон, допустим, и 4 незначимых, и задача увидеть их одинаково незначимыми, получается. Ну, вопрос. Это вопрос, ну, в принципе, в целом, наверное, да. То есть здесь ситуация какая? Что зачастую, даже чисто рефлекторно, например, в той же зрительной модальности есть какие-то вещи, которые мы не можем игнорировать, но при этом они нам совершенно не нужны. Например, мы обязательно отреагируем и даже как бы телесно на что-то очень быстрое или яркое. Да? Естественно, мы отреагируем в аудиальной области на что-то очень как бы громкое, на имя, да, но то есть на либо громкое, либо какое-то семантически нагруженное. Предположим, нам нужно там все-таки заниматься чем-то другим. И вот то, о чем ты говоришь, это уже, как мне кажется, история про, как бы это правильно сказать, история про эффекты деконцентрации. То есть одним из эффектов деконцентрации может быть снятие
не нужно возникшей концентрации, иногда болезненной, на каком-то предмете. То есть, как ты действительно говорил, давайте уберем его в фон и все. Угу. То есть, мы от него тем самым как бы отвлекаемся, убираем у себя вот эту аберрацию излишней сфокусированности на каком-то предмете. Но есть и другие позитивные эффекты. Например, один из самых первых эффектов, который возникает у людей, когда они начинают делать деконцентрацию. Ну, а вот мы с вами поговорили о том, что есть там условно три деконцентрации: визуальная, соматическая, аудиальная. Вы можете сделать их все вместе, у нас будет тотальная деконцентрация. Да. Да? Соответственно, первое, что происходит, это то, что люди начинают понимать, что сколько информации, будем говорить так, из мира они просто пропускали. То есть они были сфокусированы на каких-то вещах, которые вот привлекали их какое-то внимание. Мы же даже сами не понимаем иногда, какие фигуры забирают наше внимание. И вдруг, когда ты начинаешь хотя бы пытаться сделать деконцентрацию, ты понимаешь, что есть куча другой информации. И как только эта информация начинает у тебя как бы поступать, и ты начинаешь быть к ней внимательным, это делает восприятие мира чуть более полным, широким и, да, ну, немного более ярким. Вот, слово «яркий» тут такое, потому что они еще связаны с неврозами, да, но определенная яркость повышается. И просто человек зачастую просто при начале выполнения деконцентрации обнаруживает себя в новом мире, который он, в принципе, раньше не видел. Ну, понятно, что в какой-то момент это уже там подспадает, да, но первое впечатление такое. А второй момент, который здесь тоже возникает, что когда мы начинаем делать деконцентрацию, и мы увидели вот этот мир чуть более полным, предположим, яркость уже снизилась, и мы пришли как бы в норму, то возникает следующий эффект. Человек начинает понимать, что в разных модальностях, в том числе в синтетических модальностях, например, в том же мышлении, в работе со смыслами, оказывается, были невидимые вещи, ну, невидимые каким, в каком плане, он просто не замечал, что есть какие-то вещи, которые привлекают больше его внимания. Или вообще на самом деле есть и постоянно его там забирают. То есть он начинает обнаруживать эти моменты не тем, что он как-то себя там просканировал, а просто тем, что он начал выполнять тотальную деконцентрацию и просто обнаружил, что есть вот такие ситуации. Как только ты их обнаружил, естественно, ты можешь тоже начать выравнивать свое внимание. С этой точки зрения я, например, считаю, что деконцентрация самоцелью не являются, а в принципе просто позволяют нам, как я это называю, управлять конфигурацией своего внимания. То есть, по сути дела, например, тебе в рамках какого-то конкретного восприятия, например, какая-то зона даже телесного восприятия может быть не нужна. Ну, например, если ты спортсмен, тебе натер ботинок, но ты понимаешь, что тебе бежать 200 метров, ну, наверное, лучше как бы принять для себя решение, что, ну, что сделает ботинок, то он сделает, но нужно сконцентрироваться на достижении. Да, и тогда действительно вот эту вот историю... Скорее именно с болью, да, получается? Ну да, работа, да. Ты уберешь фон. Или как бы сделаешь такую конфигурацию, которая не будет ее включать, разберешься с ней после. Но здесь, конечно, нужно внимательно к этому относиться, то есть, чтобы это было что-то, что действительно с чем можно разобраться потом. Вот. Или, да, когда мы, например, вдруг оказались со своей какой-то высокоинтеллектуальной математической работой, как мы там в прошлый раз много говорили о математике, например, в каком-то шумном месте, ну, придется вам сделать такую конфигурацию внимания, угу. Которое подразумевает, что шум вас сейчас не интересует, а вы там все-таки находитесь где-то в своей математической деконцентрации и так далее и тому подобное. Но без деконцентраций мы на уровень формирования этих конфигураций внимания, в принципе, просто не выйдем. Вот, поэтому вот эффекты, они такие. Первое, это более богатый мир с большим объемом информации.
информации, это возможность увидеть, где находятся зоны непроизвольной фокусировки вашего внимания, это возможность какие-то факторы, которые непроизвольно или рефлекторно вас фокусируют, растворять в фоне и делать работу с ними более, ну, назовем, адекватной, да, или там экологичной. Как минимум три, а, наверное, мы можем придумать что-нибудь еще. Я думаю, это не просто какая-то культура ума, что ли, да, то есть когда человек, который умеет владеть концентрацией, он более какой-то дисциплинированный, что ли. Ну, наверное, это еще и волевые какие-то аспекты накладываются. Ну, в смысле, это я четвертый вариант. В смысле, что это очень такой трезвый получается. То есть человек спокойно может удерживать внимание, например, там, на чем-то. Я уточняющий вопрос, скорее поясняющий вопрос. Вот можно, допустим, возьмем этот же пример про 5 предметов на столе или просто все визуальное поле перед собой. Вот можно одинаково не видеть все, и можно одинаково видеть все. Вот что в данном случае является деконцентрацией? Деконцентрация – это одинаково видеть все. Да, то не есть просто не убрать внимание. Да. Но убрать внимание – это когда уже конфигурацию мы делаем, то есть мы можем откуда-то убрать свое внимание, там, условно говоря. Конфигурация внимания может подразумевать исключение какой-то зоны действительно из объема нашего внимания. Но сама деконцентрация, конечно, это, ну, собственно, как я уже и сказала, это активное, равномерное распределение внимания по актуальным, да, событиям или восприятиям. И в этом плане, конечно, деконцентрация, она работает, что называется, с тем, что есть. Да, она может работать с, кстати, хороший, интересный тип, можем о нем как-нибудь поговорить в следующий раз, это имагинативная деконцентрация, потому что у нас есть зона воображения, в ней тоже что-то происходит, на самом деле распределение внимания по зоне имагинации, визуальные, аудиальные там, или любой другой, тоже возможно. Но все равно это будут актуальные вещи, да, то есть, условно говоря, которые есть у нас сейчас. И это, естественно, не попытка вытеснить их куда-то на периферию или за забор, а наоборот. Мы же как раз и говорим про повышение как бы включенности нашего внимания в на самом деле происходящее. То есть как раз деконцентрация, она закрывает тот разрыв, что как бы мы ни хотели, мы не во все происходящее включены, да, то есть мы там обернулись, о, ничего себе, а там вот что-то я не видел, да, оказывается, или там не слышал, тебе говорили, а ты пропустил. Но хорошая поговорка, там смотришь книгу, видишь фигу, то есть мы могли ехать в метро, читать книгу, и в какой-то момент понять, что мы ее уже давно не читаем, не то, что там не следим за сюжетом, а вообще где-то там, я не знаю, в своих мыслях, например, находимся. У некоторых при прослушивании этого подкаста такое возникает. Ну, я не сомневаюсь, да. Вот. Ну, тогда приходится возвращаться. То есть, на самом деле, конечно, как ты и говоришь, если брать аспект дисциплинированности, то вот это вот удержание внимания, да еще на всем актуальном, и еще что нужно сказать, да, что мы, например, говорим, что мы сделали равномерное распределение внимания, да, в рамках какой-то модальности, например, там визуальной. Но нужно не забывать, что наше внимание – это не, как я говорю, кирпич, да, который можно на стол положить, что мы типа сделали и все, и нормально, и так оно и есть. Но что наше внимание начинает сдвигаться. Ну, у него есть своя какая-то жизнь, да. Оно куда-то поехало. Да, что среда, да, например, начинает как-то меняться, в ней что-то происходит. И раз мы уже, например, заметили, что вместо того, чтобы наблюдать все визуальное поле, мы там наблюдаем какой-то, я не знаю, красный мячик, потому что он там красный и интересный. Он привлек наше внимание, и мы не заметили, как наше внимание из равномерного перестало быть равномерно распределенным, да, и сфокусировалось снова. То есть, конечно, деконцентрация – это, как я говорю, что это ежеминутное как бы обновление равномерного распределения внимания, потому что ты должен делать это, не сделать один раз и успокоиться, это как бы постоянно поддерживать этот режим. То есть, когда мы говорим
говорим, что мы, например, там сидим, да, с прямой спиной или стоим как бы с прямой спиной, мы же должны эту прямую спину удерживать. Вроде, когда ты привык, это делается на автомате. То же самое с деконцентрацией. То есть, когда ты привыкнешь ее как бы постоянно поддерживать, то тогда все будет хорошо, но все равно это наше действие, то есть действие, которое заключается в постоянном возобновлении равномерного распределения нашего внимания по тому, что мы решили взять за фон, условно говоря. Расскажи вкратце техники для наших самых начинающих психоаналитиков, то есть, ну, допустим, визуальную модальность, если возьмем. Ну, много техник есть, маленьких техник, да. Например, что вы можете сделать? Вы можете, значит, красивая такая фраза, отбросить визуальное внимание на периферию поля зрения. Ну, то есть сделать такое действие, как будто вы увидите всю периферию. Оно немножко странное, но это возможно. И после этого начать аккуратно распространять внимание, как бы его растягивать от периферии к центру. То есть как бы формировать такое кольцо, которое становится все более таким как бы плотным, да, дырочка внутри него становится все меньше, и в итоге вы занимаете все визуальное поле своим вниманием. Но здесь нужно быть осторожным, то есть когда вы начинаете это внимание растягивать, про периферию тоже не стоит забывать, вот, что она, например, есть. То же самое можно делать с телом, то есть, например, почувствовать, ну, можно пойти точечно, то есть сначала, например, почувствовать, что у вас есть ощущение кожи от соприкосновения с разным, с воздухом, с одеждой, там, с полом и так далее и тому подобное. Можно почувствовать это точечно, а потом вообще попытаться своим вниманием обратить его на все богатство и совокупность этих факторов, да, то есть почувствовать по возможности все ощущения поверхности, вот именно ощущение кожи, как она с чем-то соприкасается. И уже от этого ощущения, также удерживая его, как и периферию поля зрения, в визуальном примере пытаться его распространять уже вглубь тела. Здесь есть несколько предупреждающих таких факторов, что, вы знаете, ну, скажем так, мы же, ну, здоровые люди, поэтому, конечно, какие-то моменты мы можем пропускать. Или, особенно, когда работаешь с телом, есть ряд людей или ряд мест в теле, где нам кажется, что мы ничего не чувствуем. Но вот как нам кажется на данный момент, так мы и делаем. Ну, как бы так получилось, да? То есть, как я говорю, не нужно стремиться к излишнему перфекционизму. Перфекционизм, то есть улучшение выполнения упражнения, они наступят с практикой. То есть в какой-то момент ваше внимание будет видеть более детализированно эту ситуацию, когда она будет занимать какую-то область восприятия. А на первых порах она может иметь менее детализированный вид. Ну что ж, ничего такого страшного, на то она как бы и практика, чтобы, соответственно, иметь горизонт какой-то роста. Вот. Самая сложная ситуация – это, наверное, аудиальная. Во-первых, потому что, возможно, почему-то у большинства она как-то менее развита. Во-вторых, потому что очень сложно, немножко отличается ситуация в аудиальной модальности, потому что как бы ощущение тела или картинка перед нами, они словно бы более статические, а звуки, они постоянно идут, да, они идут как звуковой фронт. И здесь помогает такой технический прием, как представить, как будто бы звуки одновременно падают на барабанную перепонку, и вы видите не
как бы отдельные звуки, что вот машина проехала и так далее. Да, не последовательность, а как бы видите этот момент прохождения звуковой волны сквозь барабанную перепонку. И здесь единственный момент, который возникает, что не нужно цепляться за эту картинку, она тут же поменяется, потому что все-таки звуковой фронт движется постоянно. Звук не частица, а волна. Ну да, то есть как бы в большей мере. Да, но тогда это просто вот такое как бы наблюдение постоянно изменяющейся картинки, но вы просто должны словно бы почувствовать, что вы ее наблюдаете условно какой-то ушной плоскостью, да, там, скажем так, словно бы. То есть есть одно место, которое встречает звук. Ну, потому что звук, он еще, помимо прочего, вот, ну, чисто физиологически, мы все-таки понимаем, что звук действительно формируется у нас, да, там где-то в барабанной перепонке и обрабатывается мозгом, но мы-то привыкли его соотносить с пространством. Угу. Поэтому, когда в этом, ну, эту сложность нужно преодолеть, потому что мы слышим звуки, то есть вот мы с тобой сидим рядом, а машина едет за окном, и как бы наше внимание не только имеет дело со звуком, но еще и с пространственным локусом, к которому как бы все это привязано. А нужно просто сделать такую операцию, что мы сместили этот пространственный локус, например, действительно не обязательно себе там в ухо, но куда-то там в одно место, да, скажем так. То есть, что мы вот там где-то здесь это наблюдаем, а не постоянно перемещаем свое внимание еще и в пространстве. Есть еще, может быть, какие-то ограничения на технику, допустим, нельзя делать, ну, в таком-то состоянии или, ну, там, про экологию больше? Ну, я бы сказала, что нет. Другое дело, что мне кажется, что все-таки деконцентрация иногда, она немножко такая интровертная техника. За рулем лучше не делать. Ну, да, за рулем уже возникает как бы конфигурация. На самом деле за рулем-то как раз и возникает деконцентрация. Ты по зеркалам внимание распределил, uh-huh. и на дорогу смотришь. Но делать чистый вид, там, например, какой-то визуальной, аудиальной деконцентрации в каких-то сложных системах деятельности лучше, наверное, не надо. То есть uh-huh. нужно как бы поприменять там это пробно, экспериментально и увидеть, какая деконцентрация профессиональная, да, формируется на этом месте, но это будет уже немножко другое. То есть вы увидите профессиональную конфигурацию, которая возникает. Внимание. Вот. То есть, например, да, в местах, где прямо жизнь там может быть подвергнута какой-то опасности, я не знаю, там спуск на лыжах с горы. Вот если там мы уже освоили эту там деятельность и деконцентрации, или лыжи, то мы можем начинать это аккуратно совмещать, потому что, конечно, на самом деле, например, любое сложное движение, на мой взгляд, оно включает элементы соматической деконцентрации. Но начинать тренировать на них деконцентрацию категорически не следует, лучше как бы немножко освоить то и немножко освоить другое. Вот. Это, наверное, единственный такой момент. И, то есть, если вы начнете именно тренировать визуальную деконцентрацию в потоке с людьми, то вы скорее как бы первое время будете слегка наоборот выпадать из действительности и с этими там людьми сталкиваться. Будете это совершенно не в потоке, не в моменте. Да, не в потоке, не в моменте, не в ресурсе, как бы это никому не нужно. Вот, поэтому, собственно говоря, как и любая практика, путь один, да, поделать ее где-то в тихой зоне, а потом пытаться ее применить уже как бы в жизни, но когда ты уже понимаешь, что у тебя есть что-то наработанное, тогда можно выходить и ее начать интегрировать в реальные жизненные процессы. То есть, конечно, мы можем выполнять деконцентрацию, там, занимаясь покупками в магазине, и, возможно, это даже там кому-то поможет, или с рулем, там. Но это будет уже другая деконцентрация, концентрация, а не учебная или духовная, там, допустим, практика, вот, которая вообще для другого нужна. Так что вот. У меня такой образ возник, когда мы общаемся, сидит такой, ну, условная метафора, там, трейдер, который смотрит на 3-5 мониторов,
из которых просто бесконечным потоком льются цифры, графики и стрелочки зеленые, красные. И он такой говорит, типа, продавай или там покупай. Ну так, собственно, оно же и происходит на определенном уровне мастерства. То есть, когда эксперт в чем-то, получая... Чем эксперт от неэксперта отличается? Количеством, точнее, количеством отслеживаемых критериев. И вот в какой-то момент, я думаю, этот эксперт, он делает себе сознательную перегрузку, то есть такую деконцентрацию, когда он снимает там 20, 50, 100 каких-то параметров одновременно. И на основе этого вдруг рождается какая-то вспышка, инсайт, решение, которое идеально доступны на данный момент. Мне кажется, что как раз эксперт будет отличаться от неэксперта, наверное, не количеством параметров, а возможностью понять, что именно он там ищет. И, кстати, спасибо за эту метафору, потому что это еще один из результатов деконцентрации. То есть, что такое деконцентрация? Кстати, хороший пример, что у вас работает деконцентрация, мне очень нравится, очень просто. Например, напечатать в Word буквы О и спрятать в середине их одну букву S. Если вы будете пытаться найти эту одну букву S или M среди N, ну, в общем, сами придумайте что-нибудь достаточно, кстати, похожее, не нужно как бы букву непохожую, да, там, располагать, то вам будет тяжело ее найти, то есть ваше внимание будет перемещаться последовательно. Если вы сделали деконцентрацию, вы объект, отличающийся от всего остального, увидите проще. Он как бы действительно всплывет. Вот у нас так это говорят, что как бы видите, что он сам проявился. И с этой точки зрения эксперт будет отличаться тем, что он знает, что должно проявиться. И как только эта штука на самом деле появляется, например, там совпадение каких-то тех самых параметров, он говорит «Эврика», и значит все, как бы делайте то или делайте это. В этом плане это еще один хороший эффект именно деконцентрации. Вот. Я не знаю, рассказывала я смешной рассказ про это или нет. Он такой как бы связанный с личной историей. И, кстати, наверное, показывает и аспекты деконцентрации, и поиска вот такой специфичной сборки, да, каких-то параметров и работу со смыслами. Вот. Ну, я тогда уж и расскажу, раз я его упомянула. У нас была девушка на курсе, которая, значит, как раз где-то незадолго до курса начала встречаться с молодым человеком. И в какой-то момент она рассказывает такую историю, что она проснулась утром и вдруг поняла, что юноша не один на самом деле. Ну, там это просто как бы встреча, свидание, да, где-то в стороннем месте. И вот она просыпается и понимает, что не один. И как бы что, ничего не понятно. Но она была смелой девушкой, она его спросила, как там на самом деле все, да, и оказалось, что действительно он приехал там, ну, это студенческая какая-то еще история, в Петербург со своей девушкой, в процессе они расстались, но еще не разъехались. Вот, и вот как бы, ну, вроде как ни на что это не повлияло, и они там продолжили встречаться. Но когда мы разбирали эту ситуацию, собственно говоря, пытались понять, а что произошло. И вот оказывается, что они очень много созванивались с утра, когда там они ехали на работу, или в течение дня, да, и так далее. Но дальше был такой момент, когда он там вечером тоже ей звонил, например, из маршрутки или с улицы, а когда он подходил к двери квартиры, он говорил, ну все, я дошел до дома, и поэтому типа пока. И никогда не звонил из дома, да, то есть, хотя казалось бы, вот. И как-то мне кажется, что это тоже имеет отношение к деконцентрации, потому что вдруг складывается некоторое количество факторов, и ты, например, понимаешь, что какая-то сборка тебе что-то говорит, да, какие-то вот эти самые параметры рождают эту самую эврику. Хотя, если там она бы ставила себе задачу подумать об этом логично, логически, возможно, она бы даже и логическим выводом, да, могла бы это получить, но у нее же не было такой задачи, она не могла там предположить это, поэтому она не знала, какие факторы нужно исследовать для того, чтобы там именно этот вывод получить. Вот, но вот такая вот забавная история.
Я думаю, что при любому инсайту предшествует как раз состояние деконцентрации. Сознательное или несознательно, вынужденное или, скажем там, спонтанное такая. Ну, допустим, там запросто представляю какую-то картину, когда человек перегруженный просто. Ну, там, какой-то информацией, допустим, там, на учебе или изучении чего-то. И в какой-то момент он такой говорит: «О, я понял», или там «Вот оно что». Ну и какой-то вывод рождается. И, наверное, этот феномен можно прям так и использовать. Ну, в принципе, я его так использую, да, то есть у меня одна из стратегий обучения — это когда я просто вгружаю в себя все-все-все, что только доступно на данный момент, и в какой-то момент у меня свое понимание появляется. То есть такое от частного к общему, делаю выводы. Вот. Я так понимаю, что есть еще же какие-то программы, да, я видел там, при помощи которых можно это дело тренировать. Ну, таблица Шульта, допустим, там. Или какие-то еще, или какие-то еще есть инструменты для этого? Ну, собственно говоря, инструментом-то может быть что угодно, да, есть так называемые тест-тренировочные программы. На самом деле, даже если вы поищете в каком-нибудь там мобильном магазине мобильных приложений программки для тренировки внимания, то половина из них, она будет примерно про это, да, про множество объектов, например, среди которых нужно будет заметить какой-то немножечко нетиповой. И они могут быть по-разному построены. Например, там немножко изменена форма, немножко изменен цвет, или внезапно что-то произошло, и нужно это заметить, успеть там щелкнуть на экране. То есть таких программок довольно много, которые именно этот навык тренируют. Но, в принципе, здесь, наверное, нужно просто иметь в виду, что есть условно мета-навык. Например, если вы просто работаете с деконцентрацией, но так условно, как предлагает психоаналитика, и как я рассказала. Или если вы берете в программки и тренируете, например, навык специфический, потому что любой мета-навык нужно еще и применить, да, и провести работу применения к какой-то конкретной деятельности. То есть, если вы, опять же, там гуляете в лесу и ищете грибы, ну или там еще что-то такое в лесу у нас в современное время может происходить, то есть вам в любом случае свои умения в деконцентрации нужно будет попытаться применить именно на данную среду. И точно так же работа с тест-тренировочными программами, она как бы порождает специфический навык, и он может быть транспонирован в другую область, но нужно будет эту работу провести. То есть такие, конечно, программы есть, ими можно пользоваться психоаналитическими приемами, но просто понимать это соотношение метанавыка и его применения в конкретной среде. Так, ну мы так в общем познакомились, да? Может быть, я еще что-то не спросил, что ты хотела рассказать? Ну, про деконцентрацию, наверное, все. То есть для меня было важно рассказать про эффекты, и мне кажется, что мы про них почти все рассказали. Ну, и про то, что, наверное, это действительно один из приемов, которые позволят не просто даже практические задачи решать и вот эти вот конкретные результаты, да, которые мы там 4 перечислили, получать, но и просто немного повысит качество вашей жизни и радость, потому что жизнь в более интересном мире, ведь когда мы начинаем больше замечать, это просто интересней. Мы, взрослея, спосабливаемся к миру, оказываемся в каком-то своем коридоре восприятия, все там начинает казаться привычным и скучным, вот, и иногда становится грустно. А деконцентрация, она имеет еще вот такой вот побочный, но несколько терапевтический эффект, что мы начинаем замечать, что мир гораздо больше, чем мы о нем думали, и гораздо интереснее. Это тоже очень хорошо. В общем, практикуйте деконцентрацию и будете счастливы. Примерно так. Спасибо, Наталья, за встречу. Спасибо тебе за приглашение. Всем пока. Пишите комментарии. Ну и все такое. Лайк – это спасибо. Репост – большое спасибо. Вот. Да, а ваши комментарии и вопросы мы, наверное, используем в следующих выпусках. Так что будем рады их получить.